Хозяин делает пюре. Картошечка своя. Вон какая желтенькая. Желтенькое масло вологодское. Вологодское. Ну-ка сейчас покажем этикеточку. Что... Не вологодское, а белокрымское. Вот. Масло сливочное, вологодское, 82,5. Свежатинка, 19 октября. Сейчас забабахает вкусненькую пюрешечку. Много масла не ложи, нахрен, жопа слипнется. Кашу маслом не испортишь. Ну, все равно, блин, дорогущая. Жалко. Я понимаю. Наш. Вот такая баночка. Сколько грамм-то? Нашу. 400 грамм. Ой, закрываю пальцем. Так, 450 грамм стоит почти 400 рублей. Ну, 400 уже и стоит. Вот представьте себе маслица. Но зато вкусная. Масло уж ничем не заменишь. Никакими. Кто в Вологодской области живет, попробуйте. Не пожалеете. Но вот мы живем в Вологодской области. Его делают сезонного. Это рядом с нашей Чагодой. А купить в наших магазинах не можем. Только по блату. Вот так. О, Саша. С душой прям мнет пюрешечку. Еще у нас селедочка. Ну, я вам ее утром показывала. Под шубой. А вот такой хлебушек у нас еще есть сегодня получился. Вкуснятинка на ужин. А там котлеточки стоят в сковородочке. Беременность Сали не показывает хозяина, поэтому не показываю. Представьте себе, упустила, яиц дома нету. Вот это да. Одно. Ну ладно, ничего. Не выкидывай, не выкидывай. Это ложи сюда на мойку. Курочки у нас есть. Ну вот, ой, нифига себе масло сколько истратил. Он какое желтое. Вот. Обычно куркумы добавляю, сегодня не добавляла. Просто вот, ну вот видите, какая водичка, просто белая. Со сливками, ох. Пюре будет вкусное. Сейчас еще капустки принесем. Ну, в принципе, и все. Больше ничего сегодня на ужин не будет. Так что еще-то надо? Ну, как-то я привыкла, чтобы стол такой был богатенький. А сегодня что-то какой-то небогатенький получился. Селедочка под шубой, котлетки, пюре, хлебушек, капустка. Все. Не знаю, может еще там сердце отварное есть, может сердце это порежу, сырка порежу, колбаски сырокопченой, не знаю что. Здесь есть. Хватит. Вот, сейчас мы, наверное, не надо, вот жидкая будет. Не будет. Я еще снизу не поднял ничего. Ну все. Вот и пюрешечка у нас сейчас скоро готова будет. Поставим ее в водичку. Блюдечко. И пригреется. И она будет не холодная, не горячая и не остынет. Не на саму плиту, а в тарелочку с водичкой. С горячей. Горячей, да. Молодец, Саша. Жидкое. Я бы еще с ним. Не-не-не, не надо. Бабах. Оно не надо, все хорошо. Ну ладно, вот такое пюре. Ну-ка. Хватит и колотить-то. Хватит. Ай, какая красота. Еще знаешь, так для завершения этого привкуса
нужно положить вот сюда в серединочку кусочек сливочного масла, прям в серединочку. Чтобы оно плавало, лужится. Да, отрежь кусочек прям так, такой маленький, маленький, маленький. Такой чуть-чуть. И в серединочку его втырни. Вот так. Давай. Вот так. Вот. И сейчас мы поставим все разогреваться.